Строительные работы ведутся в детсаду на Постышева и в лицее номер 3 на улице Главной. Глава Владивостока Константин Шестаков совместно с представителями городской думы осмотрел площадки. Первым объектом стал детский сад на Постышева 7А. Его планируют капитально отремонтировать и уже осенью открыть учреждение для 130 малышей. Сейчас подрядчик ведет работы по демонтажу старой кровли. Ранее здание удалось вернуть в муниципальную собственность. По проекту в учреждении будет 6 групп для детей разного возраста, в том числе группа временного пребывания. Там также разместят пищеблок, музыкальные и спортивные залы. Следующей точкой маршрута стал лицей номер 3 на улице Главной. Учебный корпус и столовую здесь капитально отремонтируют. В перечень работ вошло восстановление фасада, кровли, внутренних помещений, инженерных коммуникаций, спортивной инфраструктуры, а также приобретение и установка необходимого оборудования. Сейчас на объекте идут работы. Капитальный ремонт трех объектов. Корпус учебный, корпус спортивный, также в нем находится столовая и актовый зал. И плоскостной объект – это большой стадион пришкольный. Вот это те три объекта, которыми мы вплотную будем заниматься в текущем году. Подрядчик приступил к своим работам. Действительно долгожданный, стоял без детей много лет. Задача вполне понятная. Это проведение самого капитального ремонта. Подрядчик определен, подрядчик вышел на сам объект. Параллельно у нас будет идти закупка оборудования и мебели. В завершении лета текущего года откроет свои двери для будущих воспитанников.